Сосны, ели и даже пихты на любой вкус и кошелек. В Самаре открылись елочные базары. В городе их работает 150. Фирменная вывеска говорит о том, что с документами у продавцов новогодних деревьев все в порядке. На руках у предпринимателей имеются и договор на осуществление торговли, и документ о происхождении товара. А значит, сосны и ели были вырублены в специальных посадках, без ущерба для природы. Заготавливают деревья в августе, а потом хранят в особых условиях. Зимой спиливать сосны нельзя, иначе они осыпятся раньше, чем закончатся новогодние праздники. По словам продавцов, сосны пользуются большей популярностью, чем ели, поскольку они доступнее по цене. Стоимость маленького деревца начинается от 500 рублей. Большие обойдутся в 2-3 тысячи. В последнее время в моду вошли ели, выращенные из импортных семян в Сибири. Но цены на них кусаются, поэтому встретить их можно не на каждом базаре. Елки нам привозят с Пензенской области, с Ульяновской, и самые пышные у нас с Екатеринбурга. По большей части приходят люди пожилого возраста, либо семейные пары с детьми. Елочные базары работают с 9 утра и до позднего вечера без выходных. В 12 часов дня 31 декабря они закончат работу. У продавцов будет 3 часа, чтобы привести место в порядок и убрать мусор. До 3 часов убираются, потом инспектируются все точки на предмет оставленного мусора. Договорами с предпринимателем предусмотрена залоговая сумма, которая позволяет в случае нарушения условий договора использовать ее для уборки территории. При желании елочку можно упаковать в полиэтилен или специальную сетку, и тогда иголки не осыпятся в багажнике машины или в подъезде. Виктория Шара, Константин Головин, «События».